Американский автогигант General Motors должен будет заплатить государству штраф в размере 35 миллионов долларов. Компанию признали виновной в сокрытии информации о существенных дефектах в целом ряде выпускаемых концерном автомобилей. По данным следствия, в руководстве GM узнали о бракованных автомобилях еще в 2001 году, за много лет до того, как о проблеме было впервые объявлено публично. В результате преступной халатности погибли по меньшей мере 13 человек. В управляемых ими автомобилях не срабатывали подушки безопасности, педали тормоза, зажигание и некоторые другие системные детали.